Обилие предположительно украинских беспилотников на фронте – это ложка дегтя для российских военных. Так в эфире пропагандистской программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым выразился депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, средств борьбы с дронами у России не хватает. Также украинские военные научились увиливать от средств радиоэлектронной борьбы за счет смены частот управления. А тем временем мнение москвичей по поводу атак беспилотников на город разделилось. Одни чувствуют себя в безопасности, а другие опасаются продолжения подобных инцидентов. Давайте послушаем их ответы. Грусть ощущаю. Очень печально, что все это происходит в нашем государстве, что у нас война продолжается все это время. Что еще может ощутить нормальный человек? Прежде всего, вызвать какую-то панику и так далее. Опасаемся. Да. Опасаемся. Потому что это совершенно непредсказуемая получается вещь. И внезапно. Его, если сбили этот дрон, он же может упасть куда угодно. Чувствую абсолютно спокойно, потому что я знаю, что система противовоздушной обороны работает на отлично, и ничего с нами не случится. Мы из Белгорода. У нас это как бы, ну, не первый раз. И поэтому, видимо, они хотят что-то с Москвой сделать, чтобы люди, ну, как бы панику внести, суету. Ну, я хочу сказать, мы на это не ведемся. Мы как бы к этому привыкли. Ужасно. Да, как-то сердце кровью обливается, что взрывают. Родину России.